Ну, в целом, просто, мне кажется, дисбаланс дробовиков и некоторого другого оружия, он вызван именно тем, что... как бы это правильнее выразиться? Само оружие тех времен было дисбалансным, какое-то было инновационным. И все такое. Какое-то просто каловым. То есть здесь, блин, револьверы против автоматических пистолетов, есть даже автоматы. О, господи, да что у тебя с шеей? А, все нормально. Наконец-то светлый день. И два бунтоса. Давай затрайхурдим прям жестко. Бля, видел бы ты щей меня нахуй. Ну и нормально. Нормально. Не ругайся. Хватит, хватит. Мозес не ругаться. А я не то нашел. Не-не-не, не иди направо, пойдем сразу. Да, справа. Пойдем туда сразу. И все равно прямо, потому что, ну, там слева болото, это сраное, вонючее. У нас за спиной еще вороны. Да, мы между двух респов. На этой метке. Блин. Слушай, задние вороны прям близко. Может, подснайпим в туалете? Я уже сажусь. В туалет? Да. Метка-то не в туалете, ни хера, она в самом конце. Так я знаю, да-да, погоди. Тебя вряд ли не прям сейчас сюда придут, так что похуй. А, да иди ко мне, хера ли ты тех-то ждешь? Пошли на метку. А ты выстрелил? Нет, конечно. Ты ждешь спину, но эти-то ближе намного. Бабка согрел, слышишь? Да понятное дело, но он на метку идет, или они... Блять, какого хера? Курица тоже. Я не вижу его. Тут дырка есть в создании. Го залезать. Ага, сзади. Прием. Сзади, слева, слева, слева. Не убило. Туда чекнул. Хорош. Я думал, он справа, блин. Моб стоял. Вот почему вот на него моб такой не агрится? Вот объясни мне. Еще идет. Сразу на отхил ходи. Не, не дали. Ты откуда? Прикрыл меня. Ну, блять, я откуда знаю. Хорош. Но недостаточно. Не убил. Угу. Ну, вообще, вот это, конечно, однозарядное говно, но, блин. Не такое уж плохое. Думаешь? Угу. Ну, не самое плохое. Да уже и тут новые, если че. Угу. Я сейчас сразу хильнусь. Вон там есть бинты, бинты вот там. Да мне уже нечего бинтовать, я вообще убит. Мне нужен босс. Вообще ли чекаю, не вижу никого. Мобы еще расстроены очень сильно, я так гляжу. Не. Убил, он горит. Забираем. Бери, бери. Этот тоже с двумя этими хэндкэннами бегал, кстати. Вот как ты...
Как ты залез? А, все нашел. Слева стреляют, это вот те, которых мы слева слышим. Это, наверное, Бланш, это Грейвс. Потому что там все закрыто. Ладно, пойдем на Чёрч. Мне надо, чтобы мы босса убили, потому что, ну, хотя бы одну полоску восполнить. Я очень плохо. Да чтоб ты меня не поднимал. Бери собаку. Хотя, ну она одна вроде. Хорош. Блин, ну я сам виноват, короче. Я просто, видишь, я зашел, и там моб стоит, а они прям под мобом. Он не агрится, на них в трех метрах стоял. Это здесь. Прям тут залезть здесь. Можно на крышу. Помнишь, как мы залезали на стеночку? Что они там сделают? Убивают, наверное. Ассасин. Либо толстяка. Ну, в смысле, моба. Внизу, наверное, или в самой церкви. Кликатун чуть подзастрял. Вряд ли в самой церкви, потому что белым горит. Так, я, короче, убью кликтунаща. А ты чекай. Нет, на улице где-то стреляют. Понял, тогда я метку возьму. Они, видимо, пробиваются сюда. Так, а тут этот, босс, если че. Угу. Ты соберешь? Нет, тут нет босса. Но все в его сперме. Не-не. Ёпта. Стреляют прям за этим домом, если че. Ты где? Я тебя потерял. Я отошел вот здесь. Вот-вот-вот. Я просто не хочу агрить с ворон. Угу. Так. Да, вот тут пройдем. Какие-то глухие хлопки сейчас. Может, спарк с глушителем. Да, мясника там забирали, понятно. Щит за говно орёт. Блин, брат, бэн, он мне всё хп оторвал одним ударом. Могу... Да я и сам могу. Не-не, не надо мне. Есть. Там, скорее всего, с хайграунда будут принимать. Угу. С белого дома вот этого. Больше там негде просто. Блять, какое-то говно в кустах. Блин, колхозники замучили. Амбар справа. А, это скорее всего под. Это скорее всего под здание. Это то место, о котором я думаю. Да то, по-моему, где мы в прошлый раз отлетели. Нет. Да, вот спуск вниз. Бля. Тихо. Растяжка стоит. Понял. А где второй спуск? Или он один? Чё планируешь блин, делать? Световушку прокинуть? Ну, погоди. А растяжку ты обезвредил или чё? Да-да-да, погоди. Отвернись. Отвернулся. Я себя ослепил, заходи туда. Там просто нереально было успеть вернуться.
попал, но он жив. Понял, это все. Одного убил, второй очень битый, нужно быстрее. Убил. Так, тут апперкот, я беру. Их слепило вообще, ты понял? Нет, мне кажется, нихера. Ну нормально зато. Мы умерли, хер с ним. Они не поняли. Ну, кстати, может быть, я ослепил, но он меня стрелял, когда я спускался. Просто промазал. Они неудачно сели. Ну, какую кнопку класть эту? Правый и потом растягиваешь. Только сразу от нее отойди, она затриггерится на тебя. Если так не сделать. Тут есть хитмарка на флешку, блять. Пиздец, ну и хуйня. Я ну, не знаю, мне показалось. Чекай. Никого рядом нет. Выходим там. Ну, мы близко к той части карты, где ассасин, поэтому я предлагаю. Идти на него, но там тоже стреляли. Че делать? Выходим. Да просто бабок не так уж много хочется подзаработать. Фармить. Да мне кажется... Давай на юг просто свалим. Ну типа мы нормально нафармили. Да давай, ну че ты... Какая-то жалкая перестрелка с какими-то бомжами. Там ассасин, братан, мы сейчас можем жестко унести. У меня апперкот, дробовик, все или что разъебу, или нас разъебут. Ну и что, ну что ты... Ладно, твоя ответственность опять же. Ну в прошлый раз ты был виноват, что повелся на это дерьмо. Так, ладно, все, пошел. Не-не-не-не, ну серьезно, я один тогда пойду. И это уже будет по твоей ответственности, я с двумя хп. Блять, у тебя еще хп тебе. Нет, ну ёб твою мать, может ты... Да нормально, может... все, нормально, нормально. Это одно, два хп, три хп, какая разница, все равно в ебучку дадут. Постой там немного, подожди меня. Стою. Фри ассасин, да? Фришный, абсолютно бесплатный ассасин. Забирай, не хочу. Сейчас, секунду. Я сейчас даже до людей еще не дошел, а уже чуть не отлетел, короче. Держу курс. Дальше. Да пошли просто отсюда уж. Я, блин, захожу на улику, заходит моя женщина, там типа... Оставить тебе это, да есть, там то, да есть. Я, блин, умираю просто, знаешь, там. Отпижен полностью каким-то огненным челом. Ой, блядь. Стамин слетела. Да я бью. Ты чекни там вокруг, а то сейчас. Придут под бокс этот. Ищу. Никого. Да, блядь, чё у меня-то? Ладно, тебе по кайфу, походу, ПВЕшится, я пошел. Следующая карта без болот. Так если бы могли... Просто болот, блять, в Луизиане, что можно сделать? Бля, братан, я в говне. Стамины нет, да? Так, давай нет, сразу в голову. Не, все нормально. По-мужски. Пиздец, ну хуйня. Но раз, ну с другой стороны, раз на нас никто не напал, получается, что все хорошо.
Можно игру чуть-чуть сделать, нельзя, блядь. Это, да, это та игра, которую нельзя делать чуть-чуть. Блядь, братан! Сам иди, сам иди. Понял. Сыгнуй кал просто. Да где он? Да лол! Ну давай ходить, там что-то пирки. Через самый край, сука, и тут этот. По-моему, сейчас мобов стало больше, слышь? Чё-то вообще какой-то как. Да чё? В юных картах? Я не знаю. Мне кажется, логичнее было бы, если бы зомби было на ночных картах больше. Я вообще не могу передвигаться. Так, ну врага не видно, если чё. Блять, бабуля. Блять. Так, ну мне пришлось вот это. Сзади, сзади, мясник какой-то. Еще одна, еще одна. Да где? Так, я понял, ты. Я потерял паузу только что. Нормально. Ну выхились. Ты не мог ее полностью потерять, тебя же не жгли. Да, да. Это полный кошмар, братан. Я даже не знаю, что сказать. Какие-то. Говнище. Ну фришный ассасин. Ну фришный ассасин он такой, он бывает, знаешь. Не совсем фришный. Нам еще идти, идти. Да мы уже пришли, я уже вижу, где он бегает. Сейчас стая собак, блядь, за. Сколько секунд у тебя? Тренированной головой. 4. Ща я прокручусь вокруг своей оси, когда мы поближе к компаунду подойдем. Не, а много маленьких полосок, это хорошо, когда тебя роняют. Не-не-не-не. Короче, самый лучший хант это, когда одна большая полоска в конце. Я не вижу никого. Но вот последняя полоска большая, тогда тебя, ну, дольше убивают. Куча мелких это полное говно, и когда последняя мелкая, она улетает с одного удара и тебя запарится. Не, ну последняя мелкая это да. Ну, типа. Даже три просто больших это тоже неплохо, но лучше, когда просто одна большая в конце, типа обязательно. Вот самая длинная полоска в конце это всегда супер. Никого. Заходь. Да его просто разъебем, блять. О, у него половина. Чё, блять, а кто его хуярил? Ну он мне не рассказывает. Ща, погоди, он соберется, я его подожгу. Да, блядь! Братан, не дай ему плюнуть в меня. Не, слышь. Не люблю ебать, я тут этого босса. О, нет? Вот хитрая мразь наверху сидит. Не-не, я ухожу. Он сейчас горит. Да, сам с ним разбирайся, я вот бабки возьму. Ну, к тебе пришел. Братан, ну невозможно просто. А, я в сейве, тебе надо выйти из двери меня поднять. Сейчас, сейчас, сейчас. Только не под него, плиз, а то. И чекнем врагов, что ли. Почему он на меня-то агрен был? Я даже не файтился с ним. Че ты хрюкаешь, блядь, поднимай быстрее, нихера не смешно. Я смотрюсь. Никого. Не-н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 ет-нет-нет! Откуда, блядь? Все, выходи, короче, с арены. Понятное дело, блин, я же не сумасшедший. Все, 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 все. Тут это, фонарь возьми. Походу, чувак, который его убивал, он отъехал на нем. Можем потом труп поискать. Хуя, блядь. Это я, если чё. Ай, блин.
Фришный ассасин. Парень молодой. Да возьми фонарь, блин, вот. Во-во. Да где? Да вот, вот там. Фонарь, вот. Один раз кинь в него и все. Только выстрели потом с дробашей своей. Да, он, походу, реально сдох, блядь, на нем. А труп-то где? Надо поискать. А, вот труп. Во-во. Хе! Бомжара. Так еще не факт, что он один. Но он со свифтом, мне его даже жаль было. Он типа это... С этим самым ублюдским прицелом, в котором... Вот второй сдох, слышь, иди еще денег возьми. Где, где? Да на мне. Да как это, блядь, получилось? Да ну как-то вот не зашло у парней. Еще один, слышу. Че? Да, они на это стреливались. Да, да, да. Последнего добил ассасин. Ассасин свон, как фаталити. Я не удивлюсь. Вот, четвертый, вот еще. Бля, как тарантинская сторона. Блин, я обычно такие каловые катки не выкладываю, но мне кажется, здесь слишком смешно. Блин, ну как же было бы кайфово, если бы они, типа, дрались с нами, понимаешь? Четыре человека просто, 1.5 срывали. Я же тебе говорил, ну, согласись, это фришный ассасин, то есть ситуацию более фришную не придумать. Приходишь, блин, лежат просто четыре трупа, сука, и ассасин. Блять, ну мне даже не верится, если честно, что вообще происходит, нахуй. Самое обидное, короче, что я умудрился в такой, блять, бессмысленной катке еще и КД свой засрать, потому что ты меня под того бомжа поднял. Я умер от ассасина, сука, при этом еще. Я даже не представляю, как я умудрился три раза сдохнуть в этой игре. Ладно, пока я поем свой бургер, блин. Ну это, кстати, типа типичная на самом деле ситуация, по большому счету. То, что чуваки, они, походу, появились на Дрейнардом, а другие рядом с Блэншит, и, типа, пошли на эту точку, бац, а тут босс. И вот так вот как-то получилось, что битва закончилась ничьей. У тебя в жопе торчит, как павлиний хвост. Ты как будто его достал из своей задницы, кстати. Да? Да. Типа, выглядел так, как будто. Там, кстати, ну, типа, колдул двуствольный есть на одном из них. Можешь просто оружие еще почекать. Или ты так и будешь с этими двумя пиписьками бегать? Не-не-не, я поменял уже щиты, как три раз убили. Так, напоминаю, нет, что нет. Сегодня в первый раз сидел какой-то поехавший в кусте на выходе, поэтому надо быть осторожнее. Ну не, все. Я бы себя тоже метнул нож, но у тебя, блядь, хп нихуя нету. Да, я не буду тебе говорить о том, что я восстановил все по какой-то причине. А? Не-не-не, не надо, не надо, вон лучше бабку метни. Тем более я в нее попасть не могу. Ладно. Я вижу, у тебя что-то более скорострельное, чем апперкот. Чувак, вот этот пистолет на самом деле не очень хуй... Да, блядь, не самый хуёвый. Который... А, с пятью зарядами, я понял. Ну, это дешевая версия дольча, как бы.
Да, да. По факту. Я тоже с ним ходил пару раз, но эти катки не принесли мне удачи, поэтому я подзабил. Как тебе Марк 3 бегал с ним? Марк 3 это чё? Чё-то не помню, если честно. Я хочу... Это не тот, который с Лемент, или как, по-моему, блядь? Не, Лема это другое. Но я хочу Лема, кстати, я хочу попробовать. Мне кажется, недооцененное оружие. Недаром же конфедераты с ним гоняли. Ну, они проиграли в итоге. Дэна. Ебать, я полетел в конце. Красиво.